В Югре тушат 7 пожаров. Все возгорания действуют на территории Кандинского района. Так специалисты ликвидируют один ландшафтный пожар на площади 3 гектара, а также 6 лесных возгораний, действующих на общей площади в 51 гектар. Один пожар на площади 2 гектара уже локализован. К борьбе с огненной стихией привлечены работники региональной авиалесоохраны, а также необходимая техника. Кроме того, в округе в постоянном режиме осуществляется авиапатрулирование. В тушении пожаров принимают участие 53 работника и 4 единицы техники. Сегодня план работы по авиации: 7 самолетов на патрулировании, 1 вертолет по обслуживанию лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.